Общественная организация «Дети войны. Память» отметила 15-летие со дня основания. В честь этого события в Люберецкой школе номер 6 состоялся праздничный концерт. Поздравить руководство и членов патриотического сообщества пришли народные избранники, сотрудники местной администрации, а также представители других общественных организаций. 15 лет – это официальный возраст общественной организации «Дети войны и память». На самом деле история ее создания уходит еще в 80-е годы, когда группа неравнодушных людей занялась поиском информации о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. У истоков создания патриотического сообщества стояла Ольга Поликарпова. Эта энергичная и преданная своему делу женщина по сей день возглавляет ветеранскую организацию. Сейчас, наверное, мое сердце по частичкам оно к вам вылетит. Настолько оно... Я очень волнуюсь, переживаю. Сегодня у нас такое интересное мероприятие, такая интересная дата. Сегодня ветеранская организация «Дети войны. Память» отмечает свое 15-летие. Председатель Совета депутатов Сергей Антонов вручил от имени главы муниципалитета благодарственную грамоту Ольге Поликарповой. Также за заслуги перед городом Люберцы руководители общественной организации отметили знаком отличия. Заслуженные награды получили и активные члены ветеранского сообщества. Именно они, вот сидящие в этом зале, их достаточно много, они как раз приняли самое активное участие в восстановлении страны. Ведь важно было не только победить фашизм. Важно было вернуться обратно к мирной жизни в стране, которую на две трети разрушили. За это вам огромное спасибо и низкий поклон. Поздравления и слова благодарности прозвучали также от сотрудников Управления социальной защиты населения, представителей национально-культурных объединений, а также от школьников, без которых общественная организация «Дети войны и память» не проводит ни одного мероприятия. Газарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.